На первой шоссейной встретились три четырехколесных друга, неучетное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась вечером, ее очевидцем стал прохожий. Выхожу, значит, одна машина вот здесь вот стоит. Вот это Nissan Presage. Nissan Presage, да, совершенно верно. Грузовик стоит, вот как он стоял, так и стоит. Вот. Вторая машина, которая вот Lexus, я не видел, как было столкновение, но я так для себя сделал вывод, то, что виноват Lexus. Он, потому что Presage, а Presage откинула она сама. Да, 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 да. Шоферы трех транспортных средств в ДТП не пострадали. Рассказали, что двигались в разных направлениях. Самосвал Хина ехал со стороны пивзавода на Весеннюю, а в районе дома по улице 1 шоссейная 54 водитель большегруза решил изменить направление, свернуть с главной дороги на второстепенную. Приостановился, пропускал автомобили, увидел Lexus, выезжающий со второстепенной. Моргнул, чтобы тот выезжал на главную. Внедорожник дернулся, и тут же от мощного удара универсал откинуло на самосвал. А затем машина оказалась на обочине, едва не угодив в глубокую, наполненную водой канаву. Я двигался со стороны Владснаба, в сторону Угольной. Lexus меня тюкнул слегка в бок. А Lexus выезжал вот оттуда? Да, совершенно верно, со второстепенной. Угу. Причем, вроде, казалось бы, видел меня. Мы в пределах видимости были, скорость небольшая. Ну и слава богу, иначе бы вот туда улетели бы. Водитель внедорожника свою вину признал, мол, не увидел минивэн, в итоге собрал две машины в кучу. С виновником ДТП общались? Да, разговаривали. Почему? Что он сказал? Не заметил, виноват, признаю, говорит. Молодец. Все подпишу. Да? Да. Какой замечательный у вас абонент. Слава богу, да. В результате происшествия три четырехколесных друга получили различные повреждения. Больше всех досталось Ниссану, но машина не утратила способность к самостоятельному передвижению. Поскольку в ДТП участвовало три автомобиля, чертить схему происшествия будут сотрудники ГИБДД.